Тренировки женской гандбольной команды из Подмосковья проходят в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт». Спортсменки признаются, условия для занятий здесь очень хорошие. И погода соответствует. Все есть для того, чтобы основательно подготовиться к российскому этапу выступлений. К слову, в пятницу в Германии начнется чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В главном турнире года примет участие и женская сборная России, которая попала на мировое первенство благодаря двум победам в стыковых матчах над польской командой. За коллег из национальной сборной гандболистки «Звезды» будут волноваться в Сочи. И, конечно же, тренеры «Звезды» и спортсменки следят за последними сообщениями МОК о лишении российских спортсменов высших наград Олимпиады. Эта тема сейчас волнует всех атлетов. Все поддерживают наших спортсменов и считают, что наши спортсмены чистые. Но предвзятость во всех этих отношениях, она видна невооруженным взглядом. Самое главное, предъявляются претензии, в которых нет никакой обоснованности и никаких фактов. И это, конечно, еще более обидно, потому что мы знаем, насколько спортсмены тренируются, каждый день выкладываются, готовятся, у них есть мечта определенная, цель.